С Новым годом вас, друзья! Как говорят в новогодних обращениях, 2020 год был трудным, следующий будет лучше. Не знаю, будет ли лучше следующий год, но давайте искать позитив в том, что было. 2020 год дал нам возможность закончить очень много дел на карантине, заняться своим самообразованием. Я вот тоже долго откладывал, я наконец-то сертифицировался в Blackmagic, теперь я сертифицированный специалист по DaVinci, и чем я с вами и делюсь. В 2020 году я завел YouTube-канал этот, и за немного более чем полгода нас уже вот больше 1000. Это говорит мне о том, что то, что я делаю, кому-то нужно. И я буду продолжать делиться с вами своими знаниями, потому что багаж у меня опыта огромный, мне есть чем поделиться с вами и по видеосъемке, и по монтажу, по операторскому искусству. Поэтому спешу вас призвать оставлять комменты, пишите, что вам интересно, пишите ваше мнение. Мне интересен фидбэк, я хочу общаться со своей аудиторией. Если вы смотрите и с чем-то не согласны или наоборот поддерживаете мои мысли, напишите об этом, мне очень важно знать ваше мнение. И значит, в 2021 году хоть какие-то планы мы можем строить, потому что 2020 год научил нас не очень сильно строить планы, потому что карантин их может очень вот так вот легко нарушить, но тем не менее, я планирую продолжать развивать канал, продолжать обзоры техники, какую технику брать на обзоры, какие техники брать на тесты. Пишите, что вам интересно, я буду рассматривать эту технику. По монтажу буду дальше рассказывать по DaVinci, потому что я считаю DaVinci Resolve одной из самых перспективных программ для монтажа. В ней очень много возможностей и очень много всего интересного. Ну и так далее. Буду делиться тем, что я знаю и умею. Спасибо, что вы на канале, спасибо, что вы провели этот год со мной, и приглашаю вас идти со мной дальше в 2021 год. Оставайтесь на канале. С вами Сергей Блинов. Надеюсь, до новых встреч на VideoZone XL. Пока!